еще один очень интересный магазин я нашел в Кисловодске с интересным ассортиментом. Называется «Винные коллекции». Находится тоже недалеко, практически рядом с алкомаркетом. Отличие существует в том, что тут широко представлен Дербентский коньячный комбинат. И можно что-то выбрать. Наткнулся на этот магазин абсолютно случайно, когда проезжал по делам. Так что обязательно заходите в такие магазины, где написано «Винные коллекции», «Вино» и связанное с вином название. Наверняка там что-то найдется интересное.